Мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиан праздный день Вавилы и Неопалимая Купина. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков Урвана, Филидиана и Полония и матери их Христодулы, пророка Моисея Боговица, обретение мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, Честница второе обретение и перенесение мощей святителя Митрофана Скими Макария, епископа Воронежского, празднуется собор Воронежских святых и другие православные святые, имена которые вспоминают в этот день. Также празднуется икона Божией Матери Неопалимая Купина. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.